В Хандыге состоялась презентация книги известного автора увлекательных рассказов для журнала «Байнай», члена Союза журналистов России, почетного гражданина райцентра и просто любителя охоты Юрия Игнатьева «Вьетанги». Подробнее в сюжете Нины Ханаровой. Первые рассказы появились в журнале «Байнай», где автор скрывался под псевдонимом «Вьетанги». Увлекательные сюжеты, проницательный взгляд автора, зримое повествование сразу вызвали читательский интерес. Ну, конечно, охотничьи рассказы для девушки, да, и в принципе журнал «Байнай» это, ну, не самая интересная тема, но тем не менее настолько автор владеет языком, автор владеет словом, что... Живя в Якутии, я считаю, это надо прочитать каждому. Книга включает в себя рассказы и статьи, воспоминания, всего 31 работу. Любовь к природе, охоте здесь, в Якутии, у каждого в крови. Охотники и рыболовы, люди, которые особенно чутко чувствуют природу, знают и соблюдают неписанные законы. Советы, жизненные уроки, собственные выводы, извлеченные из разных ситуаций, показывают отношение рассказчика к тому или иному событию. А вот такие... Опытные охотники и тем более писатели, которые так хорошо доносят свою мысль до читателя. Если бы ввели канал в Ютубе, я бы с удовольствием подписался бы на этот канал и пользовался бы, как охотник-любитель. У каждого охотника множество собственных баек и историй, но не каждый может изложить в литературном виде свои таежные похождения. Первая книга вышла в 3000-м тиражом, а это показатель доверия издателей автору и уверенность, что книга будет востребована. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Сергей Москвитин, НВК Сака, Хандыга.